Первый президент Казахстана находится с визитом в Японии. В Токио Нурсултан Назарбаев примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Правительство Японии и лично премьер-министр Шиндзо Абе высоко оценивают нынешний визит Нурсултана Абишевича Назарбаева в Японию и выражает признательность, так как, как я уже подчеркнул, это мероприятие имеет для японского народа сакральный характер, и личное участие Ельбасы в нем демонстрирует высокий уровень казахстанско-японских отношений и отвечает долгосрочным интересам стратегического партнерства между Казахстаном и Японией. Отметим, что 27 лет назад Казахстан и Япония установили дипломатические отношения. С того времени страны стали хорошими бизнес-партнерами. К слову, товарооборот между двумя государствами за неполный 2019 год составил почти миллиард долларов. Японские инвестиции в нашу страну – это более 6 миллиардов в американской валюте. В Казахстане японцы входят в топ-7 зарубежных инвесторов. В нашей стране работает 77 японских предприятий в нефтегазовой, металлургической, финансовой, автомобильной сферах.